если время, которое вы находитесь в шоке, значительно меньше, чем время работы после этого шока над собой в этом вопросе, то вам успеха не видать. Ну, если время шока больше, я имею в виду больше, вы поняли? Успеха нет. Если время шока, что значит? Кто в воскресенье из вас, там, ты говоришь, плакали? Они всю жизнь будут плакать. Они будут каждый раз плакать. После каждой новой проповеди они будут плакать. Они все время будут плакать. Слезы закончатся тогда, когда человек будет работать над собой. Был он от чего-то в шоке, потом идет и работает над этим. Работает в этом направлении над собой, над своим мышлением, над своими действиями и так далее. И когда у вас потом работа над собой больше, это прямой путь, это не равно, это путь к успеху, вы поняли? Это путь к успеху. Кто мне скажет, давайте так, поднимите руку, не говорите, не говорите. Кто из вас может сказать, какая была тема проповеди в воскресенье? Кто поднимет руку? Поднимите руку. Сколько ты думала о нуждах Вики? Сколько ты думала о нуждах Вики? Вопрос, а о чем же ты думала сегодня целый день? Так как не быть эгоистом, объясните. А потом знаете, что происходит? Пастор что-то проповедь дает. Пастор, вы меня обидели. Ты уж простите, что...